Хотелось бы узнать, все-таки будет ли работать Эдельвейс и сам подъемник в эти праздничные дни. Татьяна Павловна, пожалуйста, вам слово. Значит, по подъемнику. Эдельвейс работать будет по подъемнику. Сейчас проводится работа по получению официального разрешения для того, чтобы его использовать. Как только разрешение будет получено, мы планируем, что это произойдет все-таки к концу декабря, мы обязательно проинформируем население. Работа очень огромная проведена, подготовлены все необходимые документы, приглашался эксперт из города Москвы, дано положительное заключение. Сейчас мы готовим документы в Ростехнадзор. При получении документов из Ростехнадзора мы сможем использовать данные объекты. Вы меня простите, конечно, но вот я, может, что-то не понимаю. И при Роберте Витальевиче этот вопрос, я помню, Александр Александрович, когда только заступил на должность, мы каждый год задавали этот вопрос. Почему подъемник нельзя раньше готовить? Почему, при том, что у нас такая уникальная изюминка есть, это, и мы там пытаемся все время Хвалынску создать какую-то конкуренцию, у нас этот многострадальный подъемник, дай бог, там 3 дня в году работает. В чем проблема? Может, мы что-то не понимаем? Ну, наверное, проблем таких нет, как необходимы были капитальные вложения, приобретение необходимых, так сказать, материалов для того, чтобы привести его в соответствие. На это тоже необходимо время.